взять. А то обидно будет. Вчера проплакал. Одно место Бигвару и одно час пану. Сами. Нет, это они здесь сидели. Каждую машинку ставили. Блин, тут есть кто-то, кто мотоанализ шарит. Вот я вот с вами сижу, а мне надо как бы сдаваться. Пожалуйста. А прицемонит вовнутрь можете? Хаев, я в 10 кинула картинку. Пожалуйста, реши, пожалуйста. Я готова даже рубли заплатить за это. Нет. Народ. Меня что-то не пускает. Я что-то неправильно что-то делаю. Накс 25 фул. Да, Накс Ромас 25. Прошел, я же с вами проходил ее полностью. Падение Накс Ромаса. Так, сейчас. Ух ты. Полиция. Вот как. Блин, был бы еще тот поиск. Так, гнев короля Лича, да, надо? Нет, не нажал, потому что я еще очень не нашел. Да. А, да-да-да. Гнев короля Лича, какой именно? Да, нашел. Да. Да. Нас. Да, она сера. Военный квартал 25 игроков. Да нет. Меняли. Меняли вроде. Так. Подстава. Я ж помню, с вами проходил этот даже квартал, когда мы убивали этого. Да, 4 коня потом ходили на этих самых, на Келтугада. Я все, при всем этом присутствовал. А что за бред? Почему не засчитали? Так, теперь у нас еще 20 человек нужно, да? Что сказать? А Вентор, ты где, друже? О, Бигвар. Так, а вы после этого куда-нибудь пойдете? Ну, а пока... Я пока на шамана зайду. Ну да. Побегаю. А чё, Хантер тоже?
Привет. Привет. А вы куда? У меня, да. Заходи. Упал. Мне жук не надо будет Алло, блядь, ну чё там? Чё, короче, нахуй, один мой разрушитель и всё. И всё путём нахуй. Вон. Я... Я звёздочку я... поставил, нахуй, звёздочку не трогайте. Ну и будет турбоёжик. Ады стенд. Я могу кому-нибудь подсесть. Ребята, пожалуйста, не бегу, раз увидите. А у нас но нету, у нас вообще нету пугов сейчас? Есть. Нету. Откуда? Есть, зандрулю. А ты в 4 хила идешь? Может, в 5 хилов? Еще хила найти одного. Ну, либо идем в 24, либо еще одного чела. Сейчас рогу хаёк кикнем с рейда. Пока он... если он сейчас не выйдет с этой, со звездочки. Вы не трогайте, я, блядь, мы их зачем выставляли? Специально все выставили. Сейчас Войд будет рассаживать всех, вы не трогайте. Все так четко стояло, уже три мопеда нету нахуй. А ты же Россия, все спит. Че, рыбу не будем ставить? Я буду ставить, ты говори только. Не надо сейчас рыбу, она тут не катит. Ну, кто-то же на спину будет высаживаться. Это в ХМ-ке вроде же. А, точно, окей. И то не обязательно высаживаться на спину. Зачем кого-то кикать? Это кто? А кто, как ник? Ну, люди на все готовые хотят приходить. Ну, такие люди идут нахуй сразу и все. Вопрос решен. То, что люди хотят, все есть на одном сайте. На хаб заканчивается. Где всем-всем хорошо и всем-всем весело? Да-да-да.
StreamHub называется сайт. Нет, вообще не писала мне, ничего не писала. Это, наверное, друид. Это за друлю. Сейчас я подпишусь. Это тут нельзя, походу. Агитирую активно. Гильдия Украина. Я вот сижу впереди. Ой, нету. Я не хочу с ними ходить. Да нет, там на самом деле люди просто хорошие, поэтому я там сижу в этом плане. Да, потому что мы, например, на Ксрамас четвертый день уже закрываем, типа, гонимо какое-то. 25-го. Тоже люди хорошие. И улью закрывают. Да, я понимаю. Я еще в раздумьях просто. Думаю, уходить, не уходить пока. Не, ну смотри, в отдельном моменте можно даже будет свой интеллект повысить. Да не, я еще подумаю. Спеки-то есть, у меня ардру второй спек. Третий спек. Кошку хотел качать. Там, в принципе, шмотки есть еще, пока не выкачал таланта, не зачаровался. Не, понимаю. Ой, это не я. Вот, наверное, чувствую себя как в детском садике. Сразу машинки угнали. Кто-то ездит, кто-то делает. Привет, ребят. Привет всем. Привет. Здорово. Хай. Ага. Я хочу в машину. Какой-то жижу? Да, я. Он скоро будет в беде.
Крюки, я знаю точно, разрушители есть у второго, кто сидит в нем. Он багается иногда, баг отображение. Нужен что, давайте ребята, подойдем, он больше стоим. Его же, если ничего не, никак не меняли с прошлой недели, он живет 30 секунд без башни. То есть тут не надо особо тактики. А в чоппер с киндом нужно быть? А чё у кого-то чопперы типа какие-то с козявками? Подъехал, он что-то ебланит. Так, у меня никого, по-моему, нет. Там спереди должен кто-то сидеть, верно? Не, она еще занята уже. Один кусочек маленький, коли готував. Слышно, за дролем, можешь выключить микрофон? Тут кому же было пей? Слушайте, на... Да ёбаный ты пидорас нахуй, разрушители, сука. Вот кто сейчас сдох на разрушители, тот пидор, блядь. Да вот сейчас кто-то сдох, они, сука, именно в нас заехали. Я ещё и так и проебал, блядь, в чат писал. Смотрю, двойку жму, у меня двойка в чат пишется. Не надо обобщать, за рулём сидит только один. Метка была на него, и он, сука, именно в нас едет, понял? И на таран двоих ебашит, на два разрушителя. Да вот... В меня колчедан вообще не заряжали. Я по трем бочкам проехался, кто сидел у меня не брал. Что это, блядь, за лут, нахуй? Охуенно. Шо, ролим? На кого сейчас пойдем? Бафнуть? Еще кто максимальный там левел шмота одевал, не забудьте переодеть шмотки. Всякие Насти хилят, да, в шмотках, ретрика, блядь, тоже бывает.
Я в комбате. То же самое в комбате. Хотя я рестнулся только что. Куда нужно именно телепортнуться? В кузню. Кузня, гигантская кузня. Угу. Я кого-то не той бафнул, или кто-то комбат. Ага. Комбат от этого не сбросится, это баг Левиафана. Надо убить вот этого босса огненного, потом умереть, тогда сбросится. Там просто один из мобов в эвейде. Ну, как хочешь. Там не должно быть комбо, там мы разъебали всю, весь плац полностью нахуй. Пара мобов уходит под текстуры. Все. Ну на мне он есть, но он на ком-то другом был, потому что я лапку кинул. Кто кулаки бафает? Чё, блядь, кулака нету? Да не так же. Просто вообще. Ты же мне хашку делал на силу. Я, наверное, ее покушаю. Ну, сейчас трэш ебаный, я пока рыбу поем, наверное. Где, блядь, рыба? Где рыба? Я не вижу. На полу валяется. Да подожди, я хавала. Ты частицу на кого будешь вешать? Ага, хуй нахуй. Он босса танчил. А нет, он заводил. Потом вы переключились, поменялись. Десятка разница в тактике есть?
Мы же пока... Мы в 4 идем. Ну, 4 хила, а Азраил же в ШП пока. Не пуляйте, Сек. Ой, блядь. Крипом. Ты хоть сахился? Контроль. Это был Киркистан. Ладно, грипп. Кидает. Кидалось сало. Я десятки. Я тебе скажу, в десятке, вот, например, как, ну, у меня, я бывало иногда там, ну, пару раз, ну, не сказать, что специально заслакал, короче, во время штуки это и получил сало, но у меня не на 8 секунд было, там, на 3, может, максимум. Грубо говоря, пока обилка откатывалась, ну, так и получилось. Да, на 4, Дмитрий правильно говорит. Ну, 3-4 секунды. Поэтому было и на 7, было и на 4, бывало вообще ничего не это. Я только вставал, потом меня в воздух отбросило, я приземлился, у меня все обилки откачаны. Поэтому я даже не могу сказать, как вы... Ну, проверить стоит, конечно.
Магия глыбы спасает, кстати. А ты лут, надеюсь, забрал с босса? Да там такой лут пусть валяется. Да, хую. Не-не, с босса ты забирал лут, Войд? Но... А ты выбил в ледяной короне резист на огонь со скелетов? Да можно с собой просто арктический мех носить. Блядь. Кстати, если сожрать морозную руну из Накса, которая, то она тоже немножко снимает для магии. У Лока или Мага есть такой огненный щит, они могут по танкам кидать баф, там на 3 минуты что-то такое. Че, может СС кому-нибудь дадим на Лока? Можно, пожалуйста, кулак? За кому? А, все увидел. Сейчас перезайду, аукционер мешает. Поставь ГБ тогда. Все, дам. Вот, поставь ГБ. А, вот, поставили все. Я сворую одну банку, а тебе фотки положу тогда. Ой. Камни, окей?
проглотит вас! Ламевые кости пойдут на растопку! Каст прекратите. Что, анонсить, когда не кастовать? Ну вот, кстати, меня сейчас, ну, я кастовал, когда эта штука произошла. У меня был КД только, ну, сало 3 секунды. Кстати, он четко вообще меня загасил. Он сначала подбросил, у меня было мало ХП, а потом меня сразу в руку взял и в этот, ну, в яму кинул. Вообще прошаренный. Пойдут на растопку. А в ДБМе нету разве? Как на магике в Хейме работает. Кастуешь — кикает, не кастуешь — не кикает. Даже саленс не вешает. А, дота, да? Да, дота по любасу вешается. Это 100% инфа. Маш, лучше как-нибудь посерьезнее, блядь, просто минус ролл, нах. Блядь, здесь потому что, ну хуйня делов, я, блядь, на ханте зашел, мы, блядь, за 40 минут эти 4 босса убили. Час, нормулю. Я тебе честно скажу, что я на ханте закрыл заказ первый раз, блядь, людей просто пошел. Я в WoW играю, блядь, третий месяц. Да вы не выглядите глупыми. Могу поанонсить стоп-каст. Типа, если ДБМа нету, с ДБМом проще. Но я думаю, ты сейчас говоришь, половины не поняли про что-то. И пререкаться, и начнем. Слава, Слава, проще просто мут и поехали. Огнем!
Конечно. Не переплавили. Руя. Топка. Жмись. Стоп-каст. Я хуею. Что делать? Он нас подкидывает и сразу же собирает в ковш челика. Сейчас посчитаю. 6 шмоток. Все остальное с друля обычного. 200, ну, тоже 207-й. Есть идол. Если ради хоток, то у меня, я говорю, идол есть на там на омоложение, поэтому могу накидывать, бегать хотки просто. А есть ДЦ или нет? Кого-нибудь спек? Может, спекнец? Самый полезный. Чё, мы пока кого-то ждем, пойду 2 минуты покурю. Ты чужой вышел с инста. Что-то мне подсказывает, что с ДЦ на эрдру тут надо покровительством хилить, а не ходкой. Ну, я думаю, что тут не так. На огурцах встал, я свой спект показал, можешь посмотреть. Эрдру. Ну все остальные просто с баланс дороги, да. Эти на МП5, там тринки-то.
Okay. Видишь, в чем проблема Войд? Сейчас хосты мало имеют хилы. И если челы не прожимаются, им дохнут как мухи нахуй. Даже камень лока не могут сожрать. Хилы просто не успевают даже касты кастовать, понимаешь? Хосты мало. А можно мне вопрос вот какой? У нас на данный момент 4 хила, верно было? Последний трай. Кто хил? Ну, я вижу только 4 хила. Турбоёж, Карлайк, Азраил, Бармалюга. Роланда, я так понимаю, хилила, но она же в Леме. Да, на Валеме. На шестом месте Рестер Дрейк. 4 хила было. Бармалюга сдох. А других смотрите хилов. Дайте кулак по шаману, пожалуйста. Веру не надо? Стоп, каст.
Стоп-каст. Заведите вот у мобов. Напулить, может быть, помочь? Стоп-каст. Уже все, дебаф там спал с них. Уходи. Семь к озарение в КД, 9к. Железных созданий поубивайте там. Кто-то кританит. Тут дикий прохил нужен, потому что после подпрыгивания сразу хватает.
На следующем подкидывании могу спокойствие дать. Я давал уже. С руки бейте босса, там. Там автоатачите, босс, мана будет регениться. Вот это нормуль, я понимаю. Да пиздец, блять, аж смотел. Да, но мне он не нужен. Обратно в сову? Надеюсь, тут нет такого добровольно принудительного ГП за шмотки, как будет неплёточка. Там почитаешь насчет ГП, МП. Это который новенький. Шаман, вот Энг. Лек-лек. Да, ну по типу, вот, допустим, ты мне сейчас отдал реликвию, которая мне не нужна. Нет, мне бейсовая. Кому? Сними тогда с ним. Мне передай варлайк. Ага, спасибо. Че, давайте его фастиком убьем. Да просто перед боссами по полчаса стоим, тут, блядь, бить-то некого. Ну так, хотя бы выговорился и успокоился. За дрюлю в дереве остаться или в сову спекнуться? Че, постоять локом на арбалетах, последний по команде давать буду.
Может, метки поставишь, чтобы ближе к гарпунам держаться? Рад тебя видеть. Как дела? Счастливого пути. Сразу уешать можно или нет? На этой беседке не было некстати. От шанса зависит, да? Ну, честно. Еще 50 секунд. Последний арбалет по команде, да? Кулак, пожалуйста. Часового надо убить, желательно. Даю арбалет. Давай, давай, пока новый не появится. Сейчас. Четыре. И поближе подойдите к гарпунам, а то мы смещаемся потихоньку. А чё где гарпуны? А вопрос можно, если желаю? Короче.
Если бафать, пусть бафает Тадариус, что угодно. Я не буду каски сдавать прямо во время рейда. Так, меня слышно? Нормально, без опоров? Если, блядь, никого нету на пояс, на ткань, на скорость, пожалуйста, дайте мне его. Он очень охуенно до меня заходит. Давай, давай это после обсудим. Мы сейчас пуляем, как бы. Все хотят шмот, давай потом. Рыбу поставьте, пожалуйста. Я... Всем нужен шмот, ебать, все ролик будут. Тебя плохо слышно. У тебя что-то во рту застряло. МП-5 по шаманам бафните, пожалуйста. Угу. Говорят, часового ДК отпуливает. Каску дайте по лопу. Всего хорошего. Что, падаем, что ли? А что случилось? У кого-то начинает очко гореть.